Мы на высоте 3500 футов над уровнем моря. И за мной находится каньон Waimea Canyon. Я его так называю, младший брат Великого каньона, The Grand Canyon, который находится на материке, on the mainland, называется. People speak softly here. Здесь люди говорят тихо. Я думаю, что все просто под таким впечатлением, что здесь даже говорить громко не хочется. Знаете, как в каком-то святом месте. Самое время ответить на вопрос Татьяны, как сказать, у меня аж мурашки по коже, если что-то производит сильное эмоциональное, позитивное впечатление, как потрясающая музыка или произведение искусства, или вид природы. Ну, давайте посмотрим, как можно по-разному. Одно из выражений. This gives me goosebumps. This gives me goosebumps. В Америке мы чаще говорим this gives me chills. This gives me chills. О красивом виде, захватывающем дух, скорее всего, мы скажем I'm awestruck. У меня просто нет слов. То есть это словами даже не передать. I'm awestruck. Или I've never seen anything like this. Я в жизни ничего подобного не видела. I've never seen anything like this. This is out of this world. Это неземная красота. This is out of this world. This is out of this world. Or you can say, I'm blown away. I'm simply blown away. Blown away. Буквально, дословно, меня уносит ветром. Меня это потрясает. I'm blown away. Isn't it breathtaking? It takes my breath away. I've never seen anything like it. I'm simply awestruck. It's out of this world. Вот вам широкий ассортимент фраз на те случаи жизни, когда вас что-то позитивно, эмоционально потрясает. This inspires me. This inspires me. Это меня вдохновляет. What inspires you? Что вдохновляет вас? С вами была Наташа Купер, автор системы «Влиять на английский».